Всем привет моим друзьям, подписчикам и новым друзьям. Посмотрев одно видео у моей коллеги по блогерству на ютубе Ирины Жгун, я воодушевилась и вдохновилась снять видео тоже о рукоделии, о шитье, о хендмейд, ручных работах. Кто занимается шитьем, вязанием, может быть, будет интересно. Так устроена моя хобби-рум. Есть возможность одну комнату использовать именно под рукоделие, под хобби. И я устроила так, что я здесь освободила один стол, где стоит швейная машина. Конечно, дополнительный свет я всегда использую. Вот такая лампа, которая идет прямое направление света на то место, где я занимаюсь шитьем. Ну и тут некоторые принадлежности для рукоделия. Зигзагообразные ножницы, ножницы для шитья. Кстати, этим ножницам, наверное, около 30 лет. Они специально для кройки, очень удобные. Я их берегу. Они хорошо режут ткани, особенно шелковые ткани. Хочу сказать, что иметь комнату отдельную для шитья или хотя бы уголок очень удобно и необходимо, так как у вас больше своего личного пространства для творчества, также для какого-то замысла дизайнов, когда вам никто не мешает. Мне хотелось бы еще здесь организовать, в этой комнате полочки поставить, но так как я в стадии постоянного переезда и давно планирую уезжать отсюда, из этого места, где я живу, и я стараюсь не загромождать все это помещение полками. Но когда я занимаюсь дизайнерством и планирую какие-то модели, я их сначала создаю вот в этом планировщике. Это очень удобно для того, чтобы не залеживались ваши вдохновляющие проекты в долгий ящик, когда что-то не получается или еще что-нибудь. А здесь вот у меня, это моя старая давняя тетрадка по записям, тоже по вязанию. Здесь я снимаю свои мерки, записываю какие-то модели. Ну и коробки с тканями, коробки с различными швейными аксессуарами, с тесьмами, с кружевами. Их все становится меньше и меньше. Я постоянно делаю ревизию. Здесь вот у меня гладильная доска, где я проглаживаю все детали, когда шью. Это очень удобно, когда все под рукой. И в настоящий момент у меня по плану проект платье в стиле боха. К сожалению, я еще не приобрела манекен. Или хотя бы вешалку какую-то. Но вот в данном случае у меня такое вот платье в стиле боха. Я скомбинировала ткани. И мне очень захотелось пошить платье с открытыми плечами на резинке. И я использовала всю тесьму, которая имеется в доме. Вернее, которая подходит по цвету. Вот у меня была такая атласная ленточка с Рождества, наверное. Потом зигзагообразная тесьма. И я решила ее применить. Так как красного цвета я больше нигде, наверное, может быть, она и не пригодится мне. Я решила, так как платье выглядит очень простенько, но ткань мне нравится в мелкий горошек. Очень мелкий горошек черного цвета и очень мелкий горошек красного цвета. И я решила вот скомбинировать. Сюда еще пойдут карманы. Но это я буду примерять и покажу вам, как это все будет выглядеть. Это мой собственный дизайн, мое собственное произведение. И мне нравится заниматься этим творчеством.